18 августа 98 лет исполнилось легенде омского спорта, герою Великой Отечественной войны, бессменному секретарю волейбольных турниров на областных праздниках «Королева спорта» Виктору Ларионову. В этот день сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Конева, который назван в честь Виктора Константиновича, пришли поздравить его с днем рождения. Для нас это очень почетно и торжественно, когда спортивный комплекс носит ваше имя. Мы гордимся этим. Мы чтим ваши традиции. Мы, конечно же, от души поздравляем вас с днем вашего рождения. Ну, хочется, конечно же, пожелать вам здоровья, здоровья в первую очередь. Крепкого сибирского здоровья, добра, тепла, всего самого доброго. После приветственных слов во дворе Виктора Ларионова состоялся небольшой торжественный концерт. Оркестр исполнил для ветерана, а также собравшихся соседей, военные песни. Русский парень от пуль не бежит, русский парень от боли не стонет, русский парень в огне не горит, русский парень в воде не тонет. Конечно, очень приятно. Спасибо всем, кто нас помнит. Мне прибавилось много лет жизни. Ваше внимание и внимание всех, кто не забывает нас. Спасибо всем.